Ладно, ищем. Со. Софа гренаде. Так, гренаде, гренаде. А, вот оно, гренаде, гренаде, гренаде. Голубую, пускай голуба будет. Так, восстанавливаем вот так. Нифига, наверное, огромная, смотри, на всю комнату. Так, поместить устройство. Маленький обувной шкаф. Так. Вот маленький обувной шкаф. А, действительно маленький. Действительно маленький будет уголочку здесь стоять. А, еще один маленький обувной шкаф. Так, куда ж мы тебя поставим? Ну, давай в эту сторону теперь. Так, еще один. Так, сколько же вас ставить-то? Еще один. Еще один. Еще один. Так, тут подождите, и ставить уже некуда. Давай так повернем сейчас еще. Так, в смысле, так много, а куда же ставить их? Ага, еще один. Так, и пластина для сушки. Так, ладно. Купить пластину для сушки. Мы ее ставим вот сюда. А, еще одну пластину для сушки. Так, предмет. А, крюк какой-то. Подожди, крюк. Ищем. Вот он, крюк. Купить. Ага, тут очень много крюков надо покупать. 500 рублей этот крюк стоит, офигеть. Давай здесь поставим еще крюк. Еще? Сколько же там крюков-то? Еще один? Ну, давай еще один крюк. Так, криво, конечно, я что-то их поместил. Так, что там еще нужен крюк? Ну давай сюда поставим, на эту стенку крюк. Так что, 10 крюков, чтобы покупать? Ладно. Офигеть, сколько крюков надо, офигеть. Ну давай в эту сторону теперь поставим крюки. Для взрослых, так сказать. Еще 5 крюков, офигеть. Так, раз. Два. А, вот еще 3 крюка. Так, вот сюда давай еще один. Раз. Два. Все. Отлично. Ну, смотрите. А почему здесь шторы мы не вешали? Ну, вот как-то так получилось, да? Как-то так. Так, все хорошо. Так, а здесь смотри, завершить заказ. Все, завершаем заказ. Ну, сейчас мы сделаем обзорчик этого домика. Что мы сделали? А мы сделали, мы здесь не докрасили наполовину. Вот эта комната, здесь они, детки, пришли разделись, разбулись. Эти шкафчики они сами поставят, как им удобно. Что здесь уже места нет. Так, дальше, кухня. Кухня, пожалуйста, тоже это мучился, делал ту кухню. Потом я ролики скину, посмотрите, как я ее делал. Так, здесь тоже все сделал. Ну, у нас, в принципе, минимальный заказ мы сделали. Так, это что-то с кабинет учителя, да? А, это туалетик небольшой у учителя такой стоит. Давай окошко ему откроем. Окошко не открывается, ладно. Так, потом здесь мы сделали, тоже что-то сделали, что-то не сделали, непонятно что. Потом ванна, конечно, это моя гордость. Тут я все сделал красиво. Плиточка. Окно почему-то не открывается, ладно. Так, унитазики новенькие, чистенькие. Так, здесь я показывал. И вот эта комната вообще шикарная. Я скажу вообще. Вот эта комната вообще классная. Так, ну что ж.
Заверши заказ, нажимаем Enter. Есть, выполнено 7% заказа, можешь завершить его теперь через... Так, подожди, в смысле? Заказ не выполнен полностью. Завершаем, 962, что такое 962? Завершаем. Так, все, завершили и получили... Нифига, мы почти что миллион заработали. Офигеть, ребята, у нас сейчас 1 700 000. 1 700 000. А это наш домик. Это наш домик. Да, я его здесь не стал красить. Да, я сэкономил на краске. Но главное, фасад красивый. И бог с ним. В принципе, да, фасаде красиво. Ну, зайдем посмотрим, что у меня в квартирке моей. Это мой первый офис, так называемый. Вот такой вот он. Тут у меня такие инструменты, предметы. Ну, в принципе, тут я светильничек, конечно, ставил. В принципе, нормально. Туалетик у меня такой прикольненький. Небольшой. Так, ну что ж, заказ я сделал. Все хорошо. Так, а давай вот эту покрасим мой цвет. Сейчас небольшой. Небольшой покрасим цвет. Краска. Алый, красный. Так, вот красный. Покупаем. И я немножечко здесь сейчас покрашу. Красный цвет, да? О, а смотри, какой градиент красивый, да? Так, а ну-ка. Сейчас я попробую так сделать. Так. Ну ладно, здесь я сейчас красиво сейчас делаю. Так. Хоп. Нормально? Нет, нет, надо немножечко вот так. Опа. Ой, перестарался я. Вот так. Ты же знаешь, что я хочу? Я хочу такую небольшую такую сделать. А, давай я сверху сразу покрашу. Так. Здесь тоже сделаем покрасочку. Я хотел вот так вот сделать. Опа! Вот! 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 Вот так. Красиво! Красиво! Так. И я сейчас посмотрю, мы краски еще много. Так, а ну-ка. Вот эту сторону мы тоже сейчас сделаем. Опа. Так, здесь я хорошо там прокрашу, потому что, смотри, видишь, я закрасил вот эту часть. Так, здесь сделаем. Верхушечку. Ладно, здесь не получилось. Здесь будет просто красным цветом. Да, в принципе, неплохо. Здесь такое тоже будет красненькое все. Краска кончилась, да что такое? Так, здесь все нормально? Нормально? Я здесь надо еще чуть-чуть. Во! Ну, в принципе, можно эту закрасить тоже нафиг. Вот так. А давай уже и здесь закрасим. Такая комнатка у меня будет, в принципе, неплохая, да? Прикольненькая. Так, ладно, значит, что у нас получается? Продаем контент. Так, ну что ж, у нас 1 700 000. 1 700 000, это, в принципе, неплохо. Так, это почему такое? Что такое? Что такое стена? Это же какая стена? Подожди. Так, а ну, давай сюда на полочку мы это все положим. Аккуратненько. Так. Что у нас тут валяется все? Так. Отвертка тоже непорядок. Мы ее сейчас сюда положим.
Так, это что такое у нас инструмент? Так, этот инструмент, но здесь места нету, да? А, нет, подри, подри. Оп, есть. Так, бензопила. Бензопила у нас сюда поместится, нет? Так, не помещается, да, у нас бензопила сюда, к сожалению. О, вот так. Нормально, нормально. Так, ключ, 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 ключ. Сюда не идет. А ну, подожди, подожди. Оп, оп, оп. Вот так есть. Топор, топор. Куда же мы топор-то положим? Ладно, топор будет здесь лежать. И пассатишки мы положим куда-нибудь. Я думаю, найдем место. Да? А, у него, смотри, подожди. Где-то здесь будет. Опа. Все, нормально. Хорошо. Топор только валяется. Давай мы его все-таки куда-нибудь... Куда-нибудь мы его... Нет. Так. Сейчас мы сделаем, знаешь, как вот так. Где? И топорик мы положим вот сюда. Вот, отлично. Да. В принципе, неплохо. Квартирка наша, да, шикарная. Ну что ж, дорогие друзья, на этом, наверное, будем заканчивать. Всем пока!